Салют, сегодня в выпуске я расскажу о своем проекте Angel God RIP 1990 года по 2000 год. Это запись сейчас 90 какого-то, начало 90-х, ну сам слишком какое качество, наверное. Вот кассетки. Сейчас расплаты, ну потом вот Джеремка, 1666 год, День гнева, 1001 смерть, кремация души, вот Доминион проект, минувшие века, вот Реквием, энергия зла. Получается, вот эта кассета. Это первый пресс. Ну все, смотри в выпуске. Подписывайся на мой канал Warhol Trance сейчас. Здесь присутствует Вокал в очередной серии, посвященной моему проекту Angel of God с альбомом «Ненависть». Этот альбом датируется 91-м годом, но издал я его в 99-м году на кассетах. Я все свои альбомы, которые записал, все свои проекты, которые у меня были в 90-х годах, все издал их на кассетах с такой святой полиграфией только в 99-2000 годах, потому что еще раньше я кассеты свои давал, ну мне такие, мне ничего не сохранилось только вот, например, вот мои первопрессы сохранились, да, вот мои, это Max Records, вот CWD Records, вот Conan with Death Records, то есть это именно вот кассеты мои первопрессы, так сказать, 90-х, 2000-х годы, там, годы. Вот, это мои личные кассеты, вот, с лейблом Max Records. А вот я переиздавал в 2007 году на Depressive Illusion Records тут и на Vicious Shackle Records. Вот тут у моего друга Сергея Гордевика проект Молох. Это я у него издавал 2016-2017 год, это все репрессы. Ну, кое-что тут есть новые проекты, понятное дело, то понятно, что первопресса, да, как-то. Потому что я на кассетах не издаюсь. Я на кассетах издавался последний раз, это 2003 год, альбом Stone, да, вот, кстати, вот. Вот. Вот альбом Stone, вот обложка. Но у меня были первопрессы не на глянце, это я уже в 2020 году в этом переиздался. Вот. Ну, короче, время у меня ограничено, поэтому хочу рассказать об этом альбоме. Этот альбом я сам записывал. Писалось это все
Кстати, вот, издавался я на Sage Records. Кстати, у меня возникли проблемы на... Ну, писался я сам, понятное дело, с помощью там магнитофон. Тут стоял, я записал сначала на микрофон, то есть играл на гитаре через динамик, потом эту дорожку включил на... У меня было несколько магнитофонов, короче, блин, я, короче, вот так перекладывал, потом отдавал человеку Саше, который на компьютере чистил. Вот, все это дело, тогда у меня еще не было ни тоскама, ни хрена, блин. Вот, поэтому качество записи вот такое лимоватое. Это, вот, а вообще, вот история Angel of God, вот. 90-й год, 91-й, 93-й или 4-й, да, вот, вот они все по годам идут. И последний, это вот 2000-й, 2000-й, вот, 99-й, 98-й, 90 какой-то, там, короче, там мне написано все в этом, как его. На канале у меня и в группе в этой Angel of God все написано, все как есть. Я просто не могу все помнить. Ну, сейчас покажу, кстати, вам доказательство того, что я существовал в те годы. Вот мне сделали специально диск. Вот как раз с этим альбомом. Вот. Сейчас мы посмотрим свойства, войдем. Как доказательство, что я был в те годы. Существовал. Вот. Смотрите. 24 сентября 2000 года. Изменен. 24 октября 2000 года. Это я попросил тогда еще дизайнера Юлю, чтобы она мне сделала все мои кассеты, все мои диски. Вот тут, кстати, вот есть вот диск вот тоже. Делали мне на диск вот. Та самая. Оформление, это, по-моему, 99-й год, да? Оно. Вот, 9 июля 1999 года. О. А этот пидорас, американец, на сайте пиздит, что я типа не существовал. Вот 2000 года кассета. Что я типа с 2017-го, я раньше у меня не знал. Ну, конечно, я знал, потому что это же сам издат, как бы. Вот, ну я ж и был, вот я есть. Вам может подтвердить, да все могут подтвердить. Гапон может подтвердить, Змеевский может подтвердить, Юрий Язычник может подтвердить, Богатиков может подтвердить, Колян, Николай Соскин может подтвердить, Жека Громадов может подтвердить. Кто еще может подтвердить? Артем Гес может подтвердить. Этот Митя может подтвердить. Из таких значимых людей, скажем так, да? Кто там еще этот самый? Дмитрий Черниченко, который напарил, вот, громада группа. Это полно людей, сколько кто может подтвердить все. Ну, все. И вот, кстати, издавался я на Switch Records, да. Это, то есть, это они продавали мои кассеты. Вот я такая фиша, я вешал ее, распечатал. И она висела там, на этом самом. Вот. Ну все. Название Angel of God придумала моя тогда сожительница и я, так скажем так. Подписывайся на мой канал. Ваху синтезатор. Покупаю футболочку KISS.